Раз, два, три. Приседания с гирей, прыжки в длину, отжимания, пресс и подтягивания. 5 станций на время проходят участники эстафеты игр ГТО. В этом году ее проводят в Самаре впервые. Соревнования приурочили ко Дню России. На эстафету заявилось 40 команд, по 5 человек в каждой. Вообще спорт он объединяет. Здоровый образ жизни вести очень модно, актуально на сегодня. Ну и здорово принять участие в таком массовом мероприятии, тем более посвященное Дню России. Отличный повод! Участие в играх бесплатное, эстафета состоит из отборочного тура и финального. Изначально команда выполняет на скорость, то есть каждый участник выполняет определенное количество повторений на каждой станции, проходит дистанцию за минимально возможное время. Результат суммируется, выбирается победитель по минимальному времени, которое есть, дала команда. После этого определяют 6 победителей, они выходят на финал. В финале они разбиваются по станциям. И каждый участник на станции за одну минуту выполняет максимальное количество повторений. Либо прыжки в длину, либо подтягивания, либо пресс, либо отжимания, либо присед с гирей. Эстафета направлена на популяризацию ГТО, привлечение жителей к выполнению норм физкультурно-спортивного комплекса и пропаганду здорового образа жизни. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.